мои дорогие, добро пожаловать на мой канал. Маугли здесь. Totally Great Battle Simulator. Версия 0.2.0. При альфа у нас все-то еще. И сегодня мы с вами поиграем в нашу кампанию. Нам придется, видимо... Не понял, почему у меня второй-то уровень прошел. Первый я еще даже не проходил. Погоди. Мы же должны их последовательно все проходить. Почему у меня второй открылся, я не знаю. Но поехали, короче говоря. С первого уже пойдем дальше до 20-го. Не знаю, сколько за эту серию мы успеем пройти. Но посмотрим. Посмотрим. И посмотрим, как что-то изменилось или нет. Первые 10 уровней у нас будут те же самые. Или это получается, мы уже с вами будем в третий раз ее проходить. Но тем более у нас еще появились же новые юниты. И, соответственно, мы сможем их также использовать в своих военных делах. Поехали, первый уровень. Пизант. Что у нас здесь? Всего 200 баксов. Не знаю, давайте наймем викингов. Почему нет? Сколько? Мы можем 3 викинга нанять и, допустим, двух голодранцев. Поехали, смотрим. Да, мы, по-моему, здесь только арена меняется. Раньше такой арены не было. Раньше у нас была... Я хочу свою эту стандартную арену. Какого хрена у меня ее забрали? Мне нравилась арена с церковью и с кладбищем. Она была очень прикольная. Слушай, по-моему, голодранцы избивают. Ну-ка, викинги, давайте ваш... Смотри, они, по-моему, танцуют. Они сзади подходят. Круто, круто, круто. Он на него налетел. Нифига. Викинг еще и очень пластичный персонаж, я смотрю. Он не просто бьет рукой, он еще и прыгает и бьет рукой. То есть он как бы уворачивается. Молодец, викинг. Вальгала ждет тебя. Круто. Молодцы. Следующий уровень. А, вот, смотри, смотри, здесь написано. Level 2, то есть уровень 2. Barbarians и Farmers. Означает, что здесь будут дикари. Варвары и фермеры. То есть, о, хорошо, что они добавили эту надпись. Раньше я этого не замечал. По-моему, этого раньше не было. Причем у нас... Ну, у нас все доступно, кроме, конечно, наших чикенменов. Так, ну поехали. Значит, у нас дикари и фермеры. А мы поставим сейчас мушкетов. Мы мушкетами их просто расстреляем сейчас в хлам. Давай, давай, давай. Ой, что-то их тут вообще неплохо. Давай, пацаны, стреляй! Стреляй, залп! Я за красных болею, потому что я же ими играю, в общем-то. Эй-эй-эй, давай-давай-давай-давай, стреляем по ним! Ой, они очень близко подходят! Ребята, быстрее стреляйте, сейчас вас заколят! Ах, ни хрена себе! Ты варвар проклятый! Не, все-все, им капец. Им пришел капец. Они не смогут совладать с такой сокрушительной силой. Капец, ты посмотри, что происходит. Они просто его нанизали на свои вилы и тащат. Обалденно. Так, нам нужно... ну давайте, а может быть, с кем мы можем поиграть еще? Допустим, а может быть, паучерами постреляем, а? Паучеры довольно-таки быстрые ребята, и они, я думаю, что быстро их смогут расстрелять. Так, на 20-ку мы еще 2 голодранцев поставим вот таких вот здесь. Давай, орудие к бою! Главное их не подпускать близко к себе. Стрелы, я думаю, с этим справятся. Почему они в 2 организованные колонны идут, и, соответственно, они отвлекают внимание... Паучеры хороши, они своей скорострельностью, они хороши также тем, что их стрелы мощные. Почему вот в них попали? Я думаю, прям в голову попала стрела. У этого прям в шее торчит, а он живой. Это что же за зомбари-то такие здесь у нас? Ну, пацаны, опять проиграли. Да что ж такое-то, а? Как насчет викингов? Может быть, викингов поставим? У викингов есть щиты, которыми они могут защищаться. Так, и 20-ку мы опять же 2 голодранца поставим. 2 голодранца, это у нас на сдачу. Ой, погоди, я не тех поставил. Какого черта я сделал? Нет, мы должны были викингов сделать. Я щилд поставил. Так, 2 голодранца. Па-бам. Как вишенка на торт. 2 голодранца у нас. Давайте, вы главное защищайтесь от этих вил, от этих трезубцев. Защищайтесь своими щитами. Так, нормально, нормально. О, хорошо, хорошо, смотри, как они прошли. Они прямо прорвали их оборону. Прорвали оборону и попали, по-моему, в засаду. Один у нас остался, бегает. Как я один теперь справлюсь с этой огромной армией? Пока вот этот чел там очень круто сражается. А эти застряли, по-моему. Смотри, они вообще все... Они застряли? Они застряли. Давай, кали его! Нет, не получается. Ну, слушай, ну что мы будем с ними делать-то? Как-то надо их побеждать. Как насчет... Давайте тоже фермеров. Или мы, может быть, этих наших копейщиков выстроим. Тоже причем в несколько рядов. Ну а чё? Серьезно? Они могут, значит, выстраивать несколько рядов, а мы не можем, что ли? Это у нас вообще не хватает денег на это. Ну ладно. Вот так. Я не понял, вы что свои копья потеряли, идиоты? Поехали. Это так не канает. Так вообще не канает. Надо их ставить, значит, на расстоянии друг от друга. Вот так сделаем. Вот так. Так, 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 так. Так, это слишком близко. Так, и вот так. И вот здесь еще одну сделаем. Колонну. Так, и еще даже хватает у нас. Ну давай вот сюда еще поставим.
У них, по идее, очень острые и длинные копья. О, сейчас нормально, они не пересекаются. Ты посмотри, сколько клеток они занимают, эти копья. То есть, может быть, он их как-то на расстоянии будет закалывать, не знаю. Ну, смотри, вот, они сбились в кучу, и сейчас самый хороший момент их истыкать со всех сторон. Ребята, давайте нападайте на них издалека, не подходите близко к их... Что, опять поражение? Да что ж такое-то? Слушайте, мы эту кампанию долго будем проходить. Как насчет? Кого мы еще можем сюда поставить? Давайте, а может быть тоже фермеров поставим? Просто попробуем их... Их просто попробуем взять количеством. Не качеством, а количеством. Так, и они у нас три половина потеряли свои... Да ты что ж такое-то? Вы чем сражаться-то будете, а? С ума сошли, что ли? Надо, короче, их вот так вот просто поставить подальше друг от друга. От греха подальше, как говорится. Чтобы они ничего не теряли вот так по всему полю. У нас будет как мухомор. Что, у нас еще 400, да? Нормально. Потому что, ну, это вообще не дело. В самом начале забега терять свое оружие. Чем сражаться-то они собираются? Слишком близко. Еще 140, ничего. Сейчас мы быстренько сделаем. Так, поставим вот сюда. Главное, чтобы они не пересекались, не перекрывались. И еще один вот сюда, и вот сюда. Отлично. Ну-ка смотрим. О, теперь у них вроде как все. О, смотри, у всех нормально с копьями. Сейчас они будут их потихонечку заваливать. Тут посмотри. А вот эти причем друг друга тыкают, и у них ничего не происходит. Они что-то свои копья-то не потеряли, вы посмотрите. Что же это такое-то за напасть? Что же это за напасть? О, по-моему, смотри, мои побеждают. По-моему, мои побеждают. Так, затыкиваем. Молодцы, затыкали. Затыкали. Ей, победа! Славная Виктория. Виктория не в смысле ягода, в смысле победа. Дальше у нас боксеры и поучеры. У нас тут против боксеров мы ответим, значит, нашими викингами. Давай ответим нашими викингами. И поучерами также мы ответим, чтобы они в них стреляли. Почему нет? Так, поучеры, где у вас вы? Так, сюда. И сюда. Не хватает, блин. Ладно, сколько у нас? Ой-ой-ой, что-то их многовато. Самый интересный момент, что викинги очень быстрые. То есть, по-моему, это самый быстрый юнит, который сейчас есть. Ну, после, конечно же... Давай, забивай их топорами! Что, они справились? Нет, одного загасили. Второго загасили! Да ты что ж, один у меня викинг остался. Давай, лост викинг мой! Давай, только под свой огонь не попади, блин. А главное, чтобы они его свои же его не застрелили. Нет, все, капец. Его вообще, ему в ногу, и в ляжку, и в булку, и в шею, и куда только не попали. Давай, викинг. Смотри, он щитом неплохо защищается, кстати. Неплохо вообще защищает. Давай, руби их! Руби! Вообще, есть шанс реально победить. Двое у нас осталось. Один викинг и один у нас паучер остался. Ха-ха! Победа! Ни хрена, и умер причем, смотри. Вот героическая смерть, а. Ты посмотри на него. Из последних сил сражался. Футмены и пизанты у нас. Крестьяне и... Меченосцы, ну, соответственно, мы... Давай самураев поставим. Почему бы нет? У нас футманы и самураи одинаково стоят. А вот самураи, мне кажется, футманов-то делают. Только так. Причем так подальше сделаем сейчас их друг от друга, чтобы они опять же друг друга не коцнули своими мечами прекрасными. Сейчас мы такое побоище устроим. Я вообще вам серьезно говорю. Полководцы прошлого перевернутся в своих гробах, если они, конечно, в них заколоченные лежат. Когда увидят, какие эпические сражения мы с вами здесь выделываем на этом поле брани. Брани не в смысле, конечно же, обзывательств и ругательств, а в смысле борьбы. Так, все, ноль, больше нет у меня. Ну-ка, смотрим. Ой-ой-ой, многовато. А что у нас здесь? У нас пизанты просто. Ну, я думаю, что наши самураи... Асса! Я не знаю, асса, по-моему, это кто-то другой кричит. Что они там? Ос, говорят. Я думаю, что самураи быстрые, но что-то пока что один самурай тащит другого. Вы видели, что он сделал? Он мертвым телом убил своего врага. Я не понял, ты какого хрена своего друга-то зарезал? Идиота кусок. Но в любом случае они победили, практически победили. Давай, насаживай его на катану. А, смотри, он прямо ему. Смотрите, вы видели? Там буквально несколько секунд. Капец, он прямо его насадил на эту катану и таскал его. Как она его напополам-то не разрезала? Между ног прямо и до головы. Вообще должна быть острая. Круто, конечно, было бы, если такой реализм у нас был в игре, но... Увы, ах, к сожалению. Так, ладно, уровень 5 у нас щиты и копьеносцы. Против них кого мы выставим? Я думаю, что надо выставлять... Кого мы выставим? Щиты будут защищать, естественно, от стрел, поэтому стрелы нам не подойдут. А как насчет
викингов. Давайте-ка викингов наделаем кучу. Я уже боюсь их как бы в хаотичном порядке расставлять, потому что боюсь, они опять тоже свои какие-нибудь там потеряют. Одного паучера поставим сюда и одного голодранца. Да что это за иероглиф такой? Это просто... Смотри, прям рядом, а? Я думаю, что наши викинги очень должны... Смотри, как они очень быстрые. Они очень быстрые. А он просто... Один викинг троллит целое подразделение. Ха-ха-ха, какая куча мала, ты посмотри. Руби, главное, по своим не попадай. Руби, молоти, давайте, пацаны. Вон, смотри, паучер такой. Пу-пу-пу-пу-пу. Ничего себе у него скорострельность, ты посмотри. И ничего, причем никто не обращает на него внимания. Почти никто, кроме вот этого вот щитера. Так, что у нас там, викинги? Вы остались еще? Давай, нападай, нападай, нападай. Сзади, 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 бей, пока он уходит. Ей! Отлично, отлично. А это вообще не сдается, ты посмотри. Ну все, по-моему, ему капец. Так, у нас двое викингов осталось. Двое викингов и несколько щитров. Но викинги очень быстрые, они оббегают щитров только так, насколько я понимаю. И прямо в спину, в спину. Поскольку они понимают, что он защищен спереди. Давай, ууу. Ты у меня что здесь? Так, у нас получается трое, четверо. Четверо против двоих. Вот посмотрим, насколько, конечно, наши викинги смогут совладать. Давай, 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 заманивай их. Ааа, ни хрена себе. Поражение. То есть они толкают своими щитами. Я в прошлых сериях, в прошлых версиях, я не помню, чтобы наши щиты были такими сильными толчками, толкунами. Не знаю, как это назвать еще можно. Могли так толкаться искусно. Что будем делать-то, я даже не знаю. Вообще, паучеры неплохо себя зарекомендовали. Предлагаю сделать небольшой отряд из паучеров, которые будут с разных сторон расстреливать вражин. Сделаем так, благо у нас деньги позволяют. Давай сделаем самураев. Самураев, которые... Посмотрим, смогут ли они щиты пробивать. Самурай, оу, помните, песня была такая. А, кого еще поставим? Давайте поставим еще пушечку. А, поставим, знаешь, что поставим? Мы поставим катапульту. Прямо вот сюда. Нет, стоп, не сюда, потому что иначе он его может застрелить. Катапульты две поставим вот сюда. Ой, катапульты, это тема. Ну и также кто у нас? И викингов давай поставим. Викинги молодцы, они хорошо себя зарекомендовали относительно. То есть они реально могут дела делать. Они нападают, они бьют, они фигачат. Давай, вот так, смотри, очень стратегически круто мы распределили все. Никто вообще даже бы не догадался, не подкопался бы. Так, одного голодранца сюда, все, поехали. Вот это, я считаю, вообще очень крутая будет сейчас битва. Давай, катапульта, вот катапульта по своим стреляет. Это очень плохо. Это очень плохо, потому что понятно, что потери большие достаточно. Но среди мирного населения, своего же собственного, это вообще не дело. Что у нас здесь? Этот, по-моему, пинают его. Да хватит пинать труп. Это вообще неуважительно. Ряу! Вы слышите, какие-то новые звуки, по-моему, добавились у нас. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Они вообще стреляют только так. Смотри, Спирмен, он потерял свое копье. И теперь идет, что ты, таранец. Своего убил. И врага загасил. Ну все, смотри, последний остался. Ты как не изгаляйся, но от моих стрел ты не уйдешь, бомжатина. Все, мы это сделали. Шестой уровень у нас щиты и футмены. Причем, смотрите, не меняется здесь арена. Странно. Может быть, я понял, почему там по пять штук было распределено. Потому что, скорее всего, эта арена менялась. Я прав? Вообще, ну-ка, давай посмотрим назад. Плей, вот смотри. И у нас как будто вот четыре арены, видимо, это... Подожди, ну шестая, по идее, у нас уже в пустыне должна была быть. А вот сейчас мы в нее и будем, кстати, играть. Точно! Вот они, 5 уровней у нас проходят на холмах, 5 уровней здесь у нас проходят в пустыне, 5 уровней в зиме и 5 уровней, видимо, в Японии. Так вот это будет. И, скорее всего, в Японии у нас будут, я думаю, что даже какие-то, ну, самураи или кто-то еще. Поехали. Так, мы должны 6 уровень. Вот, а у нас здесь щиты и футмены. Против футменов и против щитов у нас хорошо справляются самураи и викинги. Не так много у нас денег. Давай сделаем сейчас сюда самурайчиков. И викингов тоже наклепаем. Викинги пойдут вперед, потому что они бегут все равно быстрее, чем самураи. Я думаю, что они должны расправиться с ними. Ну и, соответственно, поставим еще парочку голодранцев, как это положено у нас. О, вот реально битва в пустыне. Серьезно. Оу, ни хрена себе. Это очень похоже на что-то очень историческое такое. Натуральное. Давай, 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 давай. Гаси их, гаси, 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 гаси. Главное, своих не бейте, пацаны. Ей! Как он? Нифига, я не понял, кто сейчас меня кинул. Щит. Вы видели это? Но, по-моему, наши проигрывают. Причем очень жестко проигрывают. Что здесь не сработало? Так, смотри-ка. Опа, опа, двое убили. Одновременно друг друга. Вот один викинг у нас остался. Ну, да, викинг. Викинг против... как он? Копьеносцы. Нет, не копьеносцы, это у нас рыцари, рыцари, футманы.
Викинги неэффективны, вот это я вам точно могу сказать. А что, как насчет поучеров? Поучеры будут у нас стрелять, значит, по щитам или не будут их пробивать. Плохо. А как насчет мушкетов? Смогут ли они справиться с толпой мушкетеров? Конечно, Д'Артаньяна там не будет, но... Так, давай-ка еще на 60 мы можем поставить кого-то. А поставим двух поучеров, которые будут по бокам стоять и стрелять. Выпускать. Так, вы что, у меня проходите, не проходите? Все нормально, нормально, встали? Эй-эй-эй, тихо-тихо, поучеры, не ходите вперед, так, тебя же сейчас застрелят. А, дробины ловите мои. Вот это я понимаю, это крутая штука. Смотри, один поучер, он отвлекает на себя. Стреляйте, 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 пацаны. Ну, блинский, блин, ну что ж вы такие тормозные-то? Нет, это нереально, это нереально. Конечно, мушкеты эффективны против... против щитов, но они очень медленно стреляют. Как насчет? Я даже не помню, кто кого там гасил. Если мы поставим, допустим, наших копейщиков целую кучу. То есть на все деньги мы сейчас копейщиков наставим. Ну ладно, не, пусть не будет так ровно, но не суть важно. И, соответственно, двух голодранцев. Голодранцы хорошо привлекают на себя внимание. О, что это у нас здесь? Они почему начинают прямо на этом валуне. Ребят, давайте, давайте, затыкивайте. Я не помню, у нас копья протыкают. Копья неплохо, кстати, справляются с щитами. Они как бы вонзаются в них и не дают им пройти. Им приходится падать. Нормально, нормально. Не знаю, встанут они, не встанут. По-моему, всех моих повалили. Нет, не очень эффективно это было. Все, двое почему-то кружатся с копьями. А мужик на щите лежит на них сверху. Да, мне кажется, моим конец придет сейчас. Копья хорошо... Они хорошо их как бы ложат, но при этом у них проблемы. Они потом не могут встать. Ладно, поехали. Как насчет колесниц? Я думаю, что колесницы должны сделать свое дело. Сделаем несколько сюда поучеров, еще поставим, чтобы они так подстреливали их со всех сторон. Поехали. Колесницы. Я думаю, что колесницы сейчас хорошо разобьют строй. Причем, смотрите, у нас нет мечей в самом начале здесь. А это значит, что они смогут беспрепятственно врезаться, и никто им ничего не сделает. Вот, вы видите прекрасно. Вы видите, как они... Как колесницы жестко... Ай, не улетай, не улетай! Здесь край карты! Стой! Я возвращаюсь обратно, чувак! Две колесницы, причем у меня живы. Вообще неплохо. Очень неплохо их разнесли. Единственное, что справятся ли наши поучеры? Стреляй, 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 стреляй в него. Да вот же он! Ёкарный бабай, вон он идет. Давай. Отлично, отлично. Принял на себя удар. Что, у нас остался один поучер и еще целая толпа наших щитеров. Щитеры очень мощные, против стрел практически непобедимые. А вот против дробины... Ладно, не сработало. Как насчет баллисты? Или пушки? Катапульту сделаем. Воу, вот что мы сделаем. Мы сделаем три катапульты. Нет, мы сделаем две катапульты, а все остальное мы потратим на поучеров, которые будут расстреливать тех, кто у нас будет падать вниз. Ну и, соответственно, два голодранца у нас будет здесь. Давай, давай. Катапульта в прошлый раз у нас целую... Воу, вот это боулинг. Вот это хорошо. Вот хорошо пошло. Так, вторая катапульта стреляет у нас. Эй, у нас тут из-за горки подлетают эти шарики наверх. Давай, давай. Катапульта бей. Катапульта бей. Возле каждой катапульты надо было поставить еще каких-то поучеров, чтобы те стояли. Ты, блин, почему по своей катапульте стоишь? Вот смотри, поучер хорошо стреляет. Прямо в задницу этому засранцу, который стоит здесь. Прямо в голову ему. Своему тоже. Капец, ты давай, давай, две у него уже в голове стрелы. Почему он не сдыхает? Я не понял, это что за бессмертный-то такой? Один остался против троих. Перекрестный огонь. Все, победа, ну наконец-то мы прошли этот уровень, слушай. Здесь еще из-за того, что ландшафт неровный, здесь уже не получается точно запускать эти снаряды. Так, дальше едем, уровень 7 у нас. Это арчеры, лучники, пушки, рыцари и щиты. То есть много всего. У них пушки, значит, да? Ну давай пушки. Я помню, что с этим уровнем мы с вами парились. Нехило так. Давай поставим не пушки, а поставим катапульты. У меня вообще большая вера в катапульты. Мы поставим, и возле каждой катапульты мы еще поставим поучеров, который будет отстреливать их. Как бы защищать. В случае, если к ним туда будет подходить. Но не очень много, конечно, получится поставить. И, соответственно, одного голодранца впереди. Пушки, пушки, пушки стреляют. Это что-то у меня улетело. Что это улетело? Это что за копье какое-то улетело, вы видели? Что это оно улетело? Битва еще не началась, а она уже улетела. Пушки... О, так, пушку мы одну разбомбили.
Вторую пушку надо разбомбить. Катапульта! Стреляй по второй пушке, ёкарный бабай! Сейчас пушка будет стрелять в тебя! Валуны, конечно, вообще жесть. Это что такое летает-то? Я не понял, какие-то камни летают. Откуда вы вообще тут беретесь? Бум, ну все, мне кажется, и конец. Я помню, что здесь мы проходили практически... Ну... Вообще на острие атаки мы проходили. Что пушки, они как бы друг друга убивали с самого начала. Здесь в чем проблема, вот что я могу сказать. Что у нас здесь ландшафт неровный. То есть мы, допустим, ставим катапульту. Катапульта выпускает этот шар, он летит, и он подпрыгивает на бугорке и меняет свою траекторию. Это вообще подстава? То есть это усложняет битву на самом деле. Ладно, давайте... где у нас паучеры здесь были? Паучеров поставим здесь. У нас две пушки получается здесь. Две пушечки. Вот здесь все у нас будут паучеры просто так в ряд стоять. Все равны как на подбор. С ними дядька Черномор. Давай, пушки, вперед. Главное снести как-то, попробовать. Да ты что ж такое, куда ты вот сейчас стрелял? Он что, стрельнул и она отлетела от горы? Почему он стреляет так далеко? О, нифига, он его убил. Нифига убил, нехило. Так, у нас летают щиты. Полностью испещренные стрелами, блин. Они реально меня делают. Причем вот эти неровности очень сильно мешают. Если мы пушки поставим вот сюда, к примеру. А все остальное мы сделаем. Даже не знаю, катапульту может еще одну поставим. Вот сюда. И поставим несколько паучеров, чтобы просто отстреливать тех, кто будет подходить рядом. В чем еще преимущество паучеров, что они стоят на месте, они никуда не уходят. В отличие от тех же голодранцев, которые сразу же бегут к противнику. Давай. О-о-о-о. Катапульту надо было чуть подальше поставить, у нее размаха слишком не хватает. Хотя в прошлый раз катапульта задавила целый отряд людей. А что, почему паучеры у меня мертвые? Почему у меня паучеры заколотые? Заколотые стрелами? Ощущение, что друг друга сами перестреляли. А, у них же еще лучники вон там есть. Ну, блин, как мы все это дело будем проходить? Ладно, давай поставим, значит, еще вот этих штук. Мушкеты. Мы поставим катапульту, но мы поставим катапульту чуть подальше. Мы поставим, естественно, пушку сюда и пушку вот сюда. Нет, но пушку нам больше не хватает. Ну, давай поставим мушкеты, побольше мушкетов. И поставим на 40. Мы можем поставить одного паучера. И мы можем поставить... Нет, давай поставим... Да куда ж ты убрался-то, а, дорогой? А что у нас там было-то, кстати? Катапульта и пушка, по-моему, у нас была. Катапульта сюда, пушку у нас поставим вот сюда. И у нас был один паучер. Мы поставим вот сюда. И один голодранец. Пусть бежит вообще сзади. Поехали. Хотя его надо было вперед поставить, чтобы он на себя принимал удар. Вот, неплохо. Сразу же надо уничтожать эти щиты. По пушке не попал. Вы видели, что этот снаряд не попал по пушке? Так, щитера, по-моему, откинули. Нет? Все, катапульта, короче, у меня. Катапультик капут. Осталась одна пушка и один мушкетер. Капец. Все, сейчас тебе немножко осталось, дружище. В тебя вон летит уже снаряд. Ты что, не видишь, что ли? Вон у тебя сбоку летит снаряд. Как точно он стреляет? Давай, одним ударом, троих. Да что ж такое, этот надо было выстрелить, а этот от радости подпрыгнул. Ю-ху, мы победили! Вот гадство. Давайте думать, что здесь сработает в этом случае. Может быть, мы запустим... О, а давай-ка запустим наши крутые кареты. Кареты скорой помощи. И поставим еще... Потому что кареты могут тут типа, очень быстро ездить, колесницы. Здесь мы паучеров поставим, пусть стреляют. А что, они любят стрелять? Потому что там же лучники еще есть. Лучников тоже надо как-то нейтрализовывать. Так, и поставим одного вообще вот здесь назад. И еще одного мы поставим. Да, а что, мы не можем? Да, ага, вот здесь рядом. И одного голодранца впереди прям. Пусть он на себя отвлекает. Ну-ка, посмотрим, получится, не получится. Так, голодранц, по-моему, сейчас... Все, смотри. О, неплохо, смотри, колесница. Первую пушку разбила. Три колесницы, еще живы. Давай, быстрее. Разбивай ее. Разбивай еще одну пушку. Да что, почему вы друг с другом-то деретесь? Блин, идите туда. У меня три колесницы живы. Это уже две. Давай. Пушка твоя цель, блин. Не доехал чуть-чуть. Да ешкин ты корень. Давай, разбей пушку, главное, разбей. Капец. Потому что пушка сейчас... Ты посмотри, что они сделали. Это нереальное что-то. Давай, в задницу ему стреляй. В спину, в колено, куда-нибудь. Да что ж такие вы мазилы-то, а?
Капец, я не могу, двое. Ну вообще вы видели, что эти колесницы были крайне эффективными в борьбе. Если бы они друг с другом еще не сцеплялись, то вообще было бы круто. Ставим больше, короче, колесниц. Я поверил в их потрясающую мощь. Давайте поставим также. Поставим поучеров. А поучеров просто сзади вот так поставим. И одного голодранца поставим в самом впереди. Я верю, что у нас наши колесницы должны победить. Колесницы, вы победите, нет? Так, первую раскидали. Давай, пушки, 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 пушки разбивай. Пушку разбивай. Да что ж вы все мимо-то да мимо. Я с тебя не могу вообще. Что это? Так, одну пушку разбили. Вторую пушку. Если мы сейчас разобьем еще одну. Все. Все, это капец. Это капец. Против одного вот этого щитра они вообще ничего сделать не могут, прикинь. Прикинь, вообще попасть в него не могут. Вот вы имбецилы. О, так, все отлично. Справились. Но здесь у нас остается другая проблема. У нас два. Нет, это нереально. У нас еще один щитер идет. Щитеров надо гасить чем-то, потому что это невозможно с ними так. Может, баллисту поставим? Сколько у нас она стоит? 600 целых. Поставим баллисту прямо в центр, чтобы она прям по ним палила. Вообще она неплохо, кстати, может их нагнуть. И поставим также еще, поставим по карете здесь, по карете здесь мы поставим. Все остальное мы поставим, значит, кого мы поставим? Давай поставим паучеров. Где они у нас? Паучеров двое сюда, двое сюда. Все, денег нет уже, блин. Ну ладно. Поехали, посмотрим. Посмотрим. Баллиста! Баллиста, куда ж ты уперлась в землю-то? Стреляй прямо! Да по своим-то не стреляй! Баллиста, кстати, ничего, оружие. Оно еще такую взрывную волну дает. Причем далеко стреляет. Так, что у нас здесь? С пушками что-нибудь вы разберетесь, нет? По-моему, пушки разбираются с вами пока что. Есть! Первая пушка! Отлично, первая пушка у нас нейтрализована. Давай, 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 вторую пушку. Ну что, ты завалился-то куда? Вставай, коник! Коник, давай, 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 наверх, наверх. Все, коня, короче, порубили на мясо. Баллиста у меня, кстати, не сдается. Баллиста стреляет по пушке, и пушка разлетается на кусочки. У меня осталась одна баллиста, которая крутится и которая хрен сдается. Давай, крутись. Подожди, да как они не могли ее раздолбить? Воу, а он еще продолжает в нее стрелять. Обалдеть. Баллиста, короче, жесть. Это вообще крутая штука. Поставим ее. Поставим ее вот сюда подальше. Давайте опять повторим. Две поставим колесницы, которые почему-то они не хотят никак врезаться в пушки. И сделаем, что мы еще сделаем. Давайте, давайте поставим, допустим, викингов поставим. Ага, викингов, у нас денег нет на викингов, слишком дорогие. Ну давай паучера еще одного сюда и одного голодранца вот сюда. Посмотрим. Ну у нас, конечно, смотри, то есть по количеству людей у нас абсолютно проигрывающая армия. Но вот за счет, вот смотри, за счет того, что у нас баллиста стреляет очень круто и очень метко причем, заметьте. Стреляй, 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 стреляй. Куда она? Прямо, она представляет прямо. Нет, не прямо, она косо стреляет. Так, пушку раздолбили. Вторую пушку раздолбили. У нас две, причем колесницы еще живы. Это вообще круто. Еще и у нас жива одна баллиста. То есть наши колесницы, по идее, могут спокойно разбить. У нас нет никаких лучников здесь. Смотри, как крутится, как неистово крутится у нас баллиста. Этот чувак, смотри, прям сидя на этой штуке. Как на аттракционе на каком-то. Ты что, давай, давай, стреляй, 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 пока тебя не убили. Крутись. Так, две колесницы у нас было. Одна осталась почему-то. Куда вторая делась? Просто, наверное, куда-то врезалась. Давай, давай, разбивай, разбивай, разбивай их. Убивай. Да что ж такое-то? Ты что ж там катаешься? Я ничего понять не могу. Что происходит? Так, отлично. Одного щита разбили. Вот у нас, кто у нас? Один еще остался здесь. Двое щитеров. Давай, давай, колесница, сбивай их. Ну все, 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 смотри. А-а-а! Один остался, по-моему, без щита вообще. Просто стоит, идиот, кусок. Ой-ой-ой, все, это победа была. Просто героическая победа за счет нашей потрясающей баллисты. Круто, дальше едем. Вот, восьмой уровень. Это уже интересно, потому что здесь у нас появились пушки и мушкеты. Давайте посмотрим, сколько их там будет. Так, значит, пушки это 6 штук. И все остальное у нас мушкеты. И один такой вот голодранец, который потрясающим образом сейчас перепрыгнул через целую очередь этих ядер. Ясно, короче, у нас пушки и у нас там мушкеты. Мы что сделаем? Мы поставим катапульты, а может не катапульты. А давай поставим, у нас 1000 всего, не так-то много. Мы можем поставить парочку колесниц. И поставим также у нас мушкеты. На что у нас? За 80. Одного мушкетера поставим. Прекрасно вообще. И двух голодранцев, ты посмотри, какая красотень. Я думаю, что вот эти
что эти... Помните, мы с вами играли, мы ставили колесницы против мушкетеров, и колесницы делали мушкетеров, и они делают даже пушки. Ты посмотри, что творят, Давай. Все, они вообще их раздолбили. Смотри, один голодранец подходит такой к пушке. И это оглушительная победа, вы посмотрите. Посмотрите, один голодранец, один мушкетер и две... Два голодранца, один мушкетер и две колесницы разбомбили целую армию пушек. Круто. Дальше, 9-й уровень у нас. Смотрим сразу, что у нас здесь будет. У нас здесь, значит, копейщики. У нас здесь, значит, наши футмены. И у нас две баллисты. Вот баллиста — это опасная штука. Против баллисты, я думаю, что мы будем сражаться, опять же, баллистами. Или мы можем также использовать катапульт. 3000 у нас есть. Попробуем, насколько катапульты будут эффективны. Против наших футменов очень хорошо идут, как вы поняли, самураи. Посмотрим, самураи справятся или нет. 1600 у нас осталось, отлично. У нас еще там были огромное количество этих копейщиков. Копейщики у нас, кто против них может пойти? Против них могут пойти паучеры, простые смертные паучеры. Так, 1200 у нас есть. Я думаю, что неплохо мы сейчас армию сделаем. Так, паучеров мы сделаем. Так, мы давай еще поставим мушкетов. Мушкеты мы поставим куда? Это у нас колесницы ведь, они побегут сразу вперед. Значит, а мушкеты мы поставим вот сюда. Тихо. Так, сюда мушкет мы поставим. Пусть стреляет. Чем разрозненнее будут они, тем сложнее их будет убить. Кстати, насчет, да, наших паучеров. Давай попробуем здесь тоже рядышком их поставим. Здесь рядышком поставим. Так. Еще 500 даже целых остается для мушкетов. Давай вот сюда поставим, потому что они будут все равно стрелять после уже колесницы. 40. За 40 мы с вами можем купить еще одного паучера. Паучера сюда и одного голодранца вперед, как всегда. О, вот эта армия, ты посмотри. Так, давай, самураи гасят. Гасят, самураи гасят фудменов. Жестоко причем гасят фудменов. Нарываются, давай. Охрененно, катапульты очень круто. Подожди, у нас не катапульты. У нас же это были никакие не эти, не колесницы. У нас были это катапульты, блин. Так, отлично. Катапульты разбивают все подряд. Своих точно, тоже самых разбивают. Так, давай, катапульта убьет. Нет, не разбивает. Она попала прямо своим валуном. Она попала в баллисту, но не смогла с ней ничего сделать. Блин, ну давайте, чуваки. Что у нас? Катапульта-то действует еще? Каким прицельным выстрелом вы видели? И он сейчас снял этого... управляющего этой катапультой, эти баллисты. Это было очень круто. Так, ну что, смотри, у нас получается 10 уровень, то есть это половина нашей компании. У нас остается фермер, футман здесь, копейщик и чикенмен. Это, по-моему, было то же самое у нас. И не то же самое, там, по-моему, еще были у нас лучники. То есть рыцари и один чикенмен. Мы знаем, что против чикенмена очень хорошо у нас идут викинги. Очень хорошо причем. Поэтому я предлагаю, что у нас будет денег 2000. Мы сейчас сделаем самураев. Самураев мы поставим в несколько таких рядов, чтобы они рубили, кромсали. Так, давай сюда. 6 сюда. И 6 мы сделаем вот сюда. Так, пойдет. 6 сюда. Так, у нас еще были там, кто у нас были? Нет, наверное, самураев надо еще побольше, еще по парочке добавить. Давай добавим, чтобы по 8 было. У нас там были еще копейщики. Копейщиков мы расстреляем. И кто-то... Чикенмен у нас там был. О, викинги нам нужны, которые побегут вперед, кстати, к чикенмену. Викингов поставим вот сюда. Викингов поставим вот такой вот шахматной штукой, чтобы они не перекрывали друг друга. Побольше их сделаем. Они быстрые, они мощные. Ладно, разобрались. Так, кого еще? Паучеров обязательно надо поставить. Или лучше поставить даже, наверное, мушкеты поставим, давайте. Пусть мушкеты у нас по бокам стреляют. Потому что тогда мы поставили мушкеты, и он, смотрите, как сработал. Очень круто сработал. Так, сюда и сюда. Все, не хватает. За 20-ку мы можем с вами купить, конечно же, двух голодранцев, которые будут принимать огонь на себя. Поехали, пацаны. Ваша армия, она превосходит по количеству и по качеству. Вы должны чикенмена, главное, нейтрализовать сразу же. Вот он, наш курасер. Курасер, затерявшийся в песках, в дюнах. Подожди, по-моему, они не на того вообще сосредоточили свои огневые... удары. Ребята, ну-ка все на него. Давайте все на курасера. На курасера. Курицу вы достали. Так, смотри, может быть... Есть! Мушкеты подстрелили! Из-за холма, из-за бурхана. Взял, просто вытащил свой мушкет и подстрелил. Прекрасно. Это был 10 уровень. Следующий уровень, смотрите, у нас викинги будут здесь. Вот, уже все. Снежные баталии начались. Ой, за Одина! Они будут нас бить уже в следующем уровни, которые мы посмотрим с вами уже в следующей серии, как вы поняли. Итак, мы прошли с вами половину
нашей военной кампании. Дальше будет интереснее, будем в снегах драться, но уже в следующей серии. А пока что ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить эту самую серию и видеть множество других интересных видео по Totally Great Battle Simulator и другим играм потрясающим. С вами был Маугли, всегда оставайтесь на высоте и покедова!